Открытая трибуна. Включили ли у вас дома отопление? Нет отопления, ждем. Потому что холодно, 15 градусов в квартире. Сейчас в смысле есть? Нет, сейчас нет. Ну, конечно. Ну, чтобы было тепло. Сейчас? Ну, электричеством подтапливаем. Очень ждем отопления. Дома отопления нету. Очень холодно. Отопления нету. Ждем, надеемся. И прости. Да, холодно. Ну, как? На улице сейчас теплее, чем в квартире. Да, ждем его. Пока еще нет, но ждем. У нас дома есть отопление, мы живем в частном доме, и поэтому топим сами, естественно, когда хотим и как тому надо. Нет, еще не включили отопление, но жду с нетерпением, естественно. Очень холодно дома. Не холодно, градусов 19, но ждем. Открытая трибуна.